Так, снимаем протест. Два француза играют перед Букингемским дворцом в теннис. Таким образом, они протестуют против того, что закрыли теннисные корты. И вот они хотят, чтобы королева на них посмотрела. So, can you speak some words about your strike? I'm not as good as Daniil Medvedev, but I'm pretty good. That's fine. Вот, значит, ребята вот хотят показать королеве, что они против запретных мер и хотят играть в теннис, а им не дают. Это юристы как раз единомышленники. Умел, вот видите, впереди меня Букингемский дворец. Вот ты сейчас. Вот скажешь, так вот. Юрий, вот сейчас мы идем, скажем. Так, стоп, 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 девочки, я ж туда хотела, я туда попёрлась-то. Юрий, давай. Так, вот, идёшь нас снимать.